На 11 ноября всего по республике за сутки зафиксировано 108 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии, сообщают в республиканском штабе. По их данным, из них в Бишкеке 47, в Чуйской области 35, в Ошской области 2, в Талаской области 1, в Иссык-Кульской области 9, в Джалабадской области 9, в Баткенской области 5. Всего за весь период зафиксировано 182 090 случаев. За сутки от коронавируса выздоровели 118 пациентов и трое скончались. За прошедшие сутки в Кыргызстане вакцину от COVID-19 получили 12 924 человека, сообщают в республиканском штабе. По их данным, из них первой дозой вакцинировано 5 325 человек, второй дозой 7 599. В свою очередь, всего по республике вакцинацию первой дозой прошли 1 022 280 человек, второй дозой 790 492.